Выбирать депутатов в Магаданскую областную думу калмычане будут 3 дня. Нововведение утвердили в Центральной избирательной комиссии. Связано оно с эпидемиологической ситуацией в стране. Практика голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации показала, что досрочное голосование помогает снизить риски распространения болезни. В связи с угрозой некоторой, вот, связанной с санитарной ситуацией в нашей стране, предусмотрено, что на выборах будет досрочное голосование, которое будет проводиться 11 и 12 сентября на выборах депутатов Магаданской областной думы 7-го созыва. Голосование будет проходить в помещениях на избирательных участках, на придомовых территориях и по предварительной записи при наличии уважительной причины на дому. Также изменения ввели в систему выборов кандидатов в Магаданскую городскую думу. Раньше у нас было 14 одномандатных округов и 28 депутатов, половина выбиралась по партийным спискам. Сегодня у нас 21 избирательный округ и голосование по партийным спискам отсутствует. В связи с изменением количества одномандатных округов изменили и границы, сформировали новые 5 избирательных участков. В каком проголосовать 13 сентября, можно узнать на сайте избирательной комиссии www.magadanizbirkom.ru.